10 килограммов мандаринового настроения. По ящику цитрусовых мы вручаем самым ярким героям наших сюжетов. Кому с подарком отправилась Анастасия Романова, смотрите в следующем материале. До Нового года осталось чуть меньше недели, и мы продолжаем дарить мандариновое настроение самым ярким героям наших новостных сюжетов и программ. Сегодня мы приехали в Барнаульский зоопарк, и сейчас нас встретит Сергей Викторович Писарев. Сергей Викторович, директор зоопарка, наверное, самый добрый человек Барнаула. Видели бы вы, как он общается со своими питомцами. Они для него как дети. Сергей Викторович, здравствуйте. Мы к вам с подарками новогодними. Принимайте. Спасибо большое. Какие замечательные мандарины. Символ Нового года. Барнаульский зоопарк по-настоящему главный ньюсмейкер года. Несколько раз в месяц мы рассказывали и показывали то, что вызывает только радость и умиление. В 2015-м здесь поселились новые животные. Фламинго, выпь, генета, олень и, конечно же, любимец публики – яванский макак Василий. Всего год назад он жил в зоомагазине в тесной клетке и ждал, пока его купят. Но хозяева все не появлялись. Телеканал «Катунь-24» помог обезьяне найти новый дом. По нашей просьбе Василия приютили в Барнаульском зоопарке. Летом мы построили для макака теплый двухкомнатный вольер. А совсем недавно, накануне года «Огненной обезьяны», силами творческой группы программы «Это ремонт» украсили его домик. Вы сыграли огромную роль в судьбе замечательного макака Василия. Наступает год обезьяны, и вот вы приложили максимум усилий к тому, чтобы обезьяна действительно оказалась счастливой. Я желаю всем жителям сегодня загадать хорошее желание, и чтобы оно обязательно исполнилось. А то, что касается наших планов, планов Барнаульского зоопарка, то, что мы делаем, мы будем дальше продолжать свою работу по расширению Барнаульского зоопарка. Обязательно появятся новые животные, и, конечно же, будет проходить огромное количество мероприятий, на которые мы приглашаем всех жителей Алтайского края. Кстати, 3 января в Барнаульском зоопарке сыграют свадьбу. Макак Василий женится на москвичке Масе. На бракосочетание приглашают всех желающих. Анастасия Романова, Вадим Быстревский. Новости.